Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру Fear 2 Purge Origin. У нас начинает почти на счету уже следующая серия, следующая миссия. Секретная группа Армхим ведет бой с клонами, которые стягиваются к школе неизвестного района. Альма вновь напала на вас, но вам удалось ее прогнать. Вы встретились с лейтенантом Сток, с сержантом Киганом у административного здания, но испытали очередной приступ сильной головной боли и потеряли сознание. Ну да, Альма снова напала на Бекета. Хуя Киган, блин, а? Бекет, хорошо, что ты цел. Надо отвезти Кигана к машине. Киган. Змеиный кулак, наш на спасение. Делай, что хочешь, но приведи его живым. Не, патронов маловато, конечно, красноярские винтовки. Киган, держись. Держись, Киган. Тебе пора идти. Да, понял. Прощаю, Стокс. Давай, закрывай дверь. Удачи. А, тебе, дочь. Ладно. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы, в общем, продолжаем проходить игру Fear 2 Purge Origin. В общем, на этом месте в прошлый раз закончили. И продолжаем двигаться вглубь школы, новой локации, где, в общем-то, ведем поиски змеиного кулака, как называют, в общем-то, себя один из работающих корпораций, на корпорацию Armchem Technology. Черт, бери. И при этом попутно справляясь с клонами. А, блин, черт, точнее, с клонами даже. Так, мне надо, короче, задать. Че, бери, куда? Да, черт возьми. Он что, с дробовика что стреляет? Вообще не пойму, что такое. Или с чего, интересно, стрелял? По небе еще этот клон. Или точнее, этот, наверное, охранник корпорации Армхим. Так, ну сюда, эта дверь закрыта. Там у нас, в общем, наши напарники спрятались. Двое из, наверное, из трех выживших, оставшихся в живых. И нам теперь нужно будет одиночку как раз найти этого змеиного кулака. Ну, чтобы выяснить, как уничтожить Альму с его, в общем-то, из его уст, если так назвать можно. И продвигаемся на коне, в общем-то, по нашей, наверное, моей любимой из локаций в этой игре, в школе. Одно такое из самых интересных запоминающихся. По-своему. Так, тихо. Ох, так, чуть не надо, надо кое-что сделать. Перезапустить Dome of Rabs. Так, ой, что-то я не зря сменил, думаю. Пока что используем этот автопулемет, нашу штурмовую винтовку. Все-таки мне больше нравится, чем этот пистолет-пулемет. Отлично, справились. Так, еще на парочкой чертовых охранников. Не знаю, что-то вообще гранаты не пользуюсь в последнее время. Хотя можно было на них использовать гранату, скинуть туда. И целую кучу справить сразу одной гранатой. Без траты патронов. Любимых и дорогих. Так, здесь ничего нету. Обычное, в общем-то, помещение. Но при этом более-менее хотя бы детализированное, что... Хотя бы, в общем, можно понять, что здесь работали люди, а не просто такие пустые помещения. Просто так, в общем, наотмашь сделанные. Вообще, рабочие старались. Лишь хотели, в общем-то, сделать более-менее хорошую игру. В общем-то, еще одну часть, в общем, более-менее нормальную в стиле Fear. Все-таки делали и монолит именно. А не какая-то сторонняя компания, которая вообще не имела никакого отношения к серии Fear вообще. Так, ну что, ждем дальше. Отлично, выбиваем ногой стекло. Идем дальше. Все-таки стоит найти этого змея. Ух ты, черт дерьмо. Фига себе, порвал там куча. Так, у нас теперь наконец-то появляются клоны. Давно их, в общем, не было. И в том числе этот Гроза Громила, которого со времен первой части Феры, по-моему, не видел даже в этой игре. Ух, черт, гранату еще кидали. Так, давай, взрывайся. Надо при помощи снайперской винтовки с ним, думаю, с ним разобраться.
Отлично, готов. Так, блин, черт подозревает-то. Отлично. Фу. Надо немножко продохнуть, думаю, сейчас. Эй, вперед. Значит, прям на всех врагов, сейчас переправляемся с ним быстро. Конечно, интеллект не такой умный, как вот в первой части эфир был. Черт, теперь там еще ткат появится. Большой громила. Да, блин, черт. Что-то я про тебя забыл. Снова. Блин, да какого? А, иди громила-то, не пойму. Да что теперь там снайпер тут? Да, блин, вылезай. Да что теперь? Чёрт в зере, он за стороны спрятался. Нехило там. Тин там вообще. А, это же как раз тот газосранец тяжеловес там спрятался. Так, ладно, потом с ним разберемся. Думаю, стоит все-таки броню взять. Ну плюс, конечно, эту пушку. Думаю, в общем-то, всем знаком, все, кто играл в первую часть сферы. Помню, как раз эта пушка называется вот Хаммерхед, или, в общем-то, просто гвоздомет. Сейчас мы возьмем вместо снайперской винтовки. Гвоздометка очень полезна, такое оружие. В первой части было. А, полетай, дружок. И вряд ли ты живо будешь после этого. Фу, все, разобрались наконец-то. Да, Хаммерхед, в общем-то, или гвоздомет. В первой части он как раз был. В общем. Когда я проходил, в общем, первую часть вот этим оружием как раз пользовался. Да, пистолет брать не буду точно, он не понадобится. А вот Хаммерхед, конечно, возьмем. Газомет очень полезная штука. Здесь, конечно, его изменили, его внешний вид. Да я не знаю, помочь мне, конечно, не стал. Так-то он все равно нормально вроде. Нормальный, в общем-то, вид оружия. Можно использовать против таких вот противников больших. Так, берем ваше здоровье. Вот этот. В общем-то, усилитель здоровья. Так назвать его можно, наверное. Да, жалко, как в Deus Ex Human Revolution, помню, там можно было мяч брать. Немножко поиграть в волейбол. Точнее, баскетбол здесь. Ладно. Развлечься. Можно было. Так, давай, открывай. Снова немножко позамодействуем с предметами. Обожаю эту, в общем-то, фишку. Вторую часть эфир. По сравнению с первой, конечно, там не так все было покруче сделано, реализовано в плане этого. Мне кажется. Ребята, я надеюсь, вы уже рядом. Тут дела совсем плохи. Клоны прут со всех сторон. Идите к кабинету медсестры. Повторяю, к кабинету медсестры. Так, теперь нужно идти к кабинету медсестры. А. Сэр, бригада еще не готова. Фу, так. Так, что применить? Не добавить. Ну хотя добавить можешь попробовать. Быстро включить замедление, всех, в общем-то, там поснимать. Попробуем. Да, просто фарш живет. Так. Ну да, дробовик, конечно. Все-таки, думаю, будет эффективен в этой комнате, в этом случае. Так что, все-таки, я думаю, я ставлю точно его. Так, что у нас здесь еще есть? Из оружия, то что, может, чем еще? Перевернуть стул можно? Ну да, можно создать укрытие. Хотя, что-то я вообще не пользуюсь в последнее время. К гранатами тоже. Так, ладно, идем дальше. Чё ты застрял-то? Укрытие. Создал укрытие, в нем застрял же. Да, неплохо, конечно, они пытаются нас задержать. Двери, в общем-то. Как сказать, ну как даже сказать можно, наверное. Закрывает там, перекрывает проходы. При помощи сварки. Блин, чё за...
Так, во, птичка. Что здесь еще есть? Гранату убрать точно не получится, думаю, у нас там максимум. Смотри-ка, даже главный герой можно увидеть его лицо, хотя в этом зеркале даже что-то при помощи фонарика даже не разглядишь. Да, не очень так-то. Отчетливо все это видно. Ну ладно. Так, а что-то вернее открывается до конца. Здесь ничего не видно. Хотя можно было там вот увидеть в этом около того огня Альму, если так вот, ну, быстро подойти к этому. В эту комнату зайти именно быстро. Ладно, идем дальше. Локация, конечно, запоминающаяся очень так красиво. Да вообще все локации в этой игре чем-то запоминаются. Так, записочка. Почитаем на паузе. Так, а что-то еще там есть? Смотрю-ка я. Да не помню ничего. Так, помню, все смотрели. О. Да, начинается новая мистика. Только вот раз призраки пока нас не нападают. Не знаю, что там меня ожидают. Так, здесь ничего интересного нету. Какой-то еще документ найду. Не понял. Так, еще одна записочка. Почитаем на паузе. Такое было вообще. Ай, наушник играет, что-то как показалось. Как будто, не знаю, кто-то плакал. То ли твой голей был, то не поймешьте. Да уж, наушники. Так, ладно, идем дальше наверх, что ли. Что за? Че снова там что-то пропустили? Что-то интересное. Ну понятно. Оу. А, привет, привет. От старых шибет, Альма. Решил снова нас пугать немножко. Без этого никак нельзя. Ну, блин, нифига себе, все. Все просто фарш порвала. Так, еще какая-то записка, может, что-нибудь здесь есть. Что-то за этого мерцающего света, а нифига не видно. Да уж. Один скелет только остается. Даже только в первой части точно не было такого даже. Если вспомнить. Да, как говорил, игра стала более насыщенной такие вот. Более такая, не знаю, как сказать, более жестокая, чем была в первой части. Еще не знаю, конечно, плюс или минус для хоррора. Для такого жанра игр. Черт, еще один! О! Усилитель рефлексов, отлично. То, что надо. Как раз вовремя дома будет. Так, он как раз... Нет, не сюда. Так, черт, влез. Это что еще за... Снова показалось, думал. Так, ну броник у меня максимум. Столько ли ради этого? Че это такое было? Блин, мне показалось. Или кто там промелькнул? Уху, надо отсюда выбираться нафиг. Этих помещений. Так, что-то мне. Мышка что-то как-то странно двигается. Фу, так, наконец-то выбрались хотя бы куда-то. В другое место. Так, блин, чё, нифига себе.
Конечно, как они так снимают мне там броню, не знаю, я вообще не понял. С какого-то оружия. Сразу же вот. Чего это мне такого, не знаю, снимали, я так не понял. Блин. Конечно, не знаю. Надо продвигаться вперед. Ох ты, да-да-да, херово будет. Насрать, куда ж ты побежал? Так, пора думать прорываться вперед. Так, где же еще один-то? Или это как раз один тот же был, который вот ко мне подобрался? Ну, явно где-то наверху еще должен быть. Да-да-да-да. Так, давай. Вылезай. Готов. Дружочек. Отличное оружие, конечно, да. Так же, как в первой части, оно просто великолепно. Против любых врагов, против даже тяжело бронированных. В общем, с одного, с трех выстрелов максимум. Думаю, даже не минимум. В общем-то, разберется, убьет врага. Даже такой очень тяжелой более броней. Как, например, вот где этот красивый врага-то был. Вот это как раз вот эти. Хотя даже более тяжело бронированные есть. Если не ошибаюсь, так, что-то у меня. Как-то мышка странно двигается. Не знаю. Так, ладно, идем дальше. Так, здесь нет стекла. Здесь тоже кто-то выбил явно. Так, берем птичку. Так, тихо. О, привет. Клоны. Кто здесь? Кто же еще и может быть клоны? Либо наш главный герой Майкл Беккет. Да, что-то они, конечно, слабовато атакуют-то. Так, броню берем. Не знаю, дробовиком, если всех поснимать. Так, нет, не то. Какой РПГ это, не знаю, в такое закрытое помещение. Вы что, с ума сошли, что ли? Так, нет, не то. Контрольный выстрел в голову из дробовика. Получай. Ох ты! Да. Готов. Дружочек. Так, надо оружие бы там пособирать. Конечно, здесь не дадут. Они просто там не из-за угла не вылезет, как всегда. Да, снова дверь перекрыли. Точнее, без пыта сваркой ее закрыли, эти проходы все. Да, пытаются нас, в общем-то. Не дать быстрее добраться до змеиного кулака. Ну, конечно, у них это вряд ли получится, все равно там. Они не доберутся до него быстрее нас. Даже вообще не, вообще даже не доберутся эти охранники Армхима. Так, что там? А, надо все-таки двигаться вперед. Черт бы не бери. Снова эти. Друзья, так, не торпг, все-таки ты думаю зря. Так, тихо. Черт бы бери. Ух ты, ни хрена себе порвало. Просто в клочья. Так, где еще? Так, отлично. Похоже, так, все стихло. Так, все, мы думаем, минуем. Пойдем вместе на счет три. Готов? Раз, два, три! А, отлично. И там в клочья порвало. Хорошенько-то. Ну да. Мины хорошо сработали. Отлично. Так, берем еще одну записочку, почитаем на паузе. Ну,
Ну да, подкрепление явно понадобится. После того, что мы, в общем-то, как раз мы с ними с отрядами разобрались. Да еще плюс, наверное, те же клоуны с ними разбираются нехило. Ну плюс, конечно же, как же без этих, без призраков? Без них никак, Фьер-то особенно. Сейчас, в общем-то, мы как раз с ними повстречаемся снова. Это место очень такое, в общем-то, достаточно жутковатое будет. Ну да, уже начинается. Жесть, как она есть. Да, повезло им, конечно, черт побери. Я не хочу даже ступать. Да. В эту битву. Пусть сами, в общем, дружку разбираются. О-ху-ху. Там броня, что ли, там, да. Блин. Черти этих призраков. Уже плохо, что их можно было убивать. Все-таки это никак не делают. Не пугает. О. Привет. Альма снова решил нас напугать таким образом. Блин. Да. Черт дери. Надо дробовик применять все-таки против них. В этом случае. Это намного эффективнее будет. Так, пора бежать, думаю, пора валить. Пора сюда уходить. Блин, черт, Альма появляется и отвлекает внимание. Черт, я дери этих призраков. Тогда быстрее заряжайся, идем дальше. Пора дома быстрее валить отсюда. Блин. Немножко жутковато. В таких помещениях. Так, у броня берем. Пригодится. Ух, нифига себе, куда затащили. Прямо в лучи провали просто этого охранника. Так, валите отсюда, призраки. Лучше не подходите. Здоровяка точно. Не поздоровится. Вам. О, поблизости. Нас гуляет Альма. Черт, нифига не видно. Так, ладно, идем дальше. Так, что такое? Оу, так. Фу. Так, надо скинуть. А, что скинешь? Надо отключить утечку газа, точно. Так, где здоровье? Отлично, подбираем. Так, а вот. Отключаем утечку газа. Все. Так, блин, фонарик самое главное не выключать. А то блин, нифига не видно в этой темноте. Отлично, закрыто. Блин, закрыто. Так, а, точно, замок. Точно, замок. Блин, черту призраки. По-моему, этим прикладом тоже их можно бить. Блин, на здоровье, конечно, немало снимают, хотя... Не так прямо, чтобы сразу мог убить. Да. Блин, хватит с потишка нападать, а? Что они там делают вообще? С потишка нападают на нас? Так, надо валить отсюда. Фу, да, место, конечно, не очень приятно. Особенно вместе с армией и другой потусторонней нечистью. Призраками и тому подобным. Все-таки обычные враги более приятнее будут. Клоны там, не знаю, охранники Армхим те же.
С ним более приятнее посажаться. Явно, что закончится, явно, что легче... Хотя не легче будет убивать-то. Точнее, легче. Понятно. Думаю, будет. Что я сказал? Так, аптечек, конечно, берем. Жалко, снайперки нету. Сколько мне там патронов-то против этих гадов. Хотя, из РПГ можно было по ним попробовать шмальнуть. Ну, лучше приберегу против роботов или чего-то еще там подобного. Так, и ему гранату стоит использовать. Осколочную. Вижу цель. Да, коробка, чертова, не мешайся. Так, отлично. Прорвались вперед. Так, а что, я обоих снял, что ли? Так, как это против... Этот чертов... Не душитель снять, чтобы она не мешала. Дальше спокойно продвигаться. Дальше тупить, или куда ты прячешься? Ну ладно. Не хочешь так? Вот дерьмо. Да, хотел, конечно, в полете его снять, но ладно. С ноги не получилось. Не получилось так с ноги его снять. Ладно. Так. А ты откуда вообще взялся, интересно? Блин, откуда вы беретесь? Так, еще записочка. Ладно, почитали. Идем дальше. Патроны, конечно же, собираем. Все необходимые. Так, сейчас ожидается очень интересный момент. Снова встреча в старом, в общем, типом врагов, которого мы уже встретили в разрушенном городе, когда первый раз попали в него. Вот. Выбрались из комплекса подземного. Из, в общем-то, только раз в той больнице. Где главный герой получил способности эти, в общем-то, замедления, как у Пойтмана. Так, отлично. Вот снайперка мне сейчас не помешал бы, но попробуем использовать дробовик. Отлично. Так, еще на записочку читаю на паузе. Вот такие небольшие такие записки, я думаю, кому-то, может быть, и будет интересно почитать. Немножко помогает вникнуть все больше в сюжет этой серии игр. Именно не второй, ну и второй части в том числе, и вообще все серии. Фир там, первая, вторая, третья и так далее. Например, в первой части все-таки были такие всякие интересные вот телефонные звонки, которые можно было послушать. Немножко отдышав здесь после очередной битвы. Там, конечно, все это было не зря сделано, все-таки битвы были там не такие легкие. Это враги были не по силам умные по сравнению с другими шутерами -то того времени. Да и сейчас тоже. А вот и Венок бежит. Ну, с ним, конечно, мы скоро встретимся, точно. Так, плюс еще одна записка. Сука, здесь записка, конечно, встречается там. Слова мне писать. Много. Очень много записок. Так, еще на птичку взяли, отлично. Так, на администрации второй этаж. Нам как раз туда нужно, по-моему, там получим ключ-карту к этой двери. Ну да. Чтобы попасть уж в кабинет миссис 3, который ведет. Думаю, потом скоро узнаем к чему. Куда именно, точнее. Так, офис. После школьной программы, что ли, когда там. Да, офис миссис 3, вот он. Туда как раз ведет путь. Пока что идем за ключом
карты. Блин, так. И наши враги снова объявились. А, порвали просто в клочья. Блин, так, не тушите резам, главное, чтобы не задели. Отлично. Готов. Так, нам все-таки гранаты мины применять в качестве ловушек, попробовать. Это, конечно, надо некоторые другую ситуацию попробовать сделать. Все-таки надо, думаю, попользоваться этими гранатами. Пока что думаю. Хотя первую гранату надо тоже использовать. Против нам как раз врага, которого ты говорил. Скоро мы встретим с ним. Против него как раз думаю использовать эти гранаты. Так, по-моему, здесь что-то еще есть. Нет, записок никаких нету. Так, администрация, отлично, нам как раз туда и нужно. Еще один лифт. Фу. Отлично, поедем немножко, покатаемся. Расслабимся немножко, так сказать. Да, все-таки вторая часть, конечно, пир. Но, не, конечно, не лучше первой части оказалось, но... Почти что на уровне. По сравнению с первой, по сравнению, точнее, с третьей эфир, который мне, конечно, меньше всего нравится. Так, не добро. Так, беру обратно оружие, мое любимое. Так, бля, аптечки максимум тогда используем, чтобы взять эту необходимую аптечку нам. Да, немножко так атмосфера достаточно все-таки. Мертвые эти тела, в общем-то, этих охранников. Непонятно, кем убитые. Стерзанные, точнее, так сказать, наверное. Скоро мы узнаем, кем. Нашим старым гостем. Нашим, в общем-то, старым любимым противником. Этой части именно. Так, регистрация. Что там? Лодж Тича. А, и музыка знакомая старая. Так, здесь ничего нету больше. Так, нам смотрите, мы все. Без изучить. Так, так, аптечки у нас здесь она есть хотя бы. Потом пригодится. Блин, черт, застреваю, что-то я застреваю там. Так, перфоратор берем, патроны. Как я, в общем, по-другому называю. Мой любимый вид оружия. Так, черт, здесь осторожно. Можно потратить немало здоровья. Обжечься. Так, ну что ж. Ну да, больше, по-моему, ничего такого нету. Идем. Тогда за это ключ карты, сейчас мы скоро возьмем. Нифига себе, конечно, что-то эту дверь вообще мог выломать. Такой сейчас надо применить было. Так, комната для конференции. Но это явно нам не туда. Нам как раз вот сюда. Да, вот принципиалс офис. Кого-нибудь на офис это точно прицепилось, хочу начать, интересно, так не помню. Ну, берем ключ-карту, все, и смотрим очень интересный момент. Жесть. Наш старый знакомый появился. Кукловод. С ним явно придется посражаться. Плюс здесь, конечно, у нас два очень интересных документа, которые стоит почитать. Будет время почитать. Черт, дверь закрыта. Как вообще туда? А, через окно же. Блин, выбрался. Черт, я вот не могу выбраться, как у хрена вдруг смог. А, все понятно. Он же выпрыгнул у нас. Так, осторожно, сам главное. А труп мы стрелять. Пойдем. Чтобы он не смог поднять. Сразу же быстро. Дом, сейчас мы там все-таки думаю устроим, мы там пожарище. Хорошенько. Так, хотя попробую поставить мины. Черт, мне не хочется. Надеюсь, это заденет его хорошенько-то.
Все-таки. Так, осторожно. Самое главное не попасть в огнетушитель. Черт, а? Сейчас нам поднимет своих любимых мертвых охранников, чтобы сами разобраться. Блин, где ты? Так, черт побери, надо выстрелить все-таки этот огнетушитель. Блин, как? Черт, чуть ли не пугал, но вылез прямо перед носом. Засранец, куда же ты побежал? Так, блин, надо. Вот так и есть. Отлично. Черт, черт. Че бы тебе такое? Не знаю, осколочную гранату, что ли? Чеснок был переносом. Блин! Фу, ёпрсты. Ненавижу этих кукловодов. Они такие опасные, конечно, противные такие твари. То, что, конечно, их убить не так легко, да при этом они поднимают эти трупы, оживляют их. Еще по этим трупами себе воевать приходится. Кого интересно, я, конечно, не помню точно, кого мне напоминают, в какой игре, какого типа врага. Даже не помню точно. Есть ли такие еще типа врагов в других играх подобных. Ладно, идем дальше. Так, а вот здесь ожидает очень интересный момент, смотрим. А, так, ну да. Лифт явно не очень хорошо работает. Скотя, ах ты! Отвали. Черт я дери, блин. Отлично просто. Как всегда, все у нас неудачно идет. Так, ну все. В общем-то, сейчас мы думаем, на этом закончится эта серия. Скоро. Бекет, у меня есть шанс пробраться в БМП. Не хочу его упускать. Вернусь, как только смогу. Конец связи. Ну да, все-таки надо и Кигана доставить более-менее живым, здоровым, а то у нас, в общем-то, нехило, конечно, пострадал. Ну что ж, в общем-то, у нас осталось чуть-чуть добраться до финала этой миссии, в общем-то, до этого кабинета, где у нас все закончится, до этой серии именно. Так, где же вы там еще? Надеюсь, залетит в окно. Кто здесь? Так, что ты живой еще? Вот дают, а? Я думал, с ним разберусь так быстро. При помощи гранат двух цел даже. Ну, куда ж ты побежала? Так, у меня там дробовик. А, конечно, патрон. И там вообще нифига нету. Так, еще один документик почитаем напоследок. Так, все, в общем, да? Отлично, так, берем. А, броня, да, понадобится, думаю. Понадобится. Ну и гранаты, в общем-то, не пригодились. Мишка такая прикольная, конечно, появилась в игре. Так, патрон на вьюк у меня вообще нету, так что придется, наверное, заменить его в скором времени, это оружие. Если, конечно, патроны не найдутся. Хотя, может, ясно, пистолет пулемет заменить тогда. Что да, пока что патронов к нему нету. Можем попользоваться по этим оружием, думаю. Так, все, идем. А, шиш с маслом. Кинешь ты гранату. Вот, блин, идиоты. Так, а вот тебе я точно кину. Бабах! Не повезло тебе, дружок. Так, давай вылезай. Не повезло вам, друзья. Не повезло. Не повезло. Так, еще одна записочка. Почитаем. Учебник Парагон. Ну, это, по-моему, как раз по проекту одному из проектов этих корпораций Armchem Technology. Самым первым, по-моему, наверное, проекта разрабатываемого как раз от корпорации,
по сюжету игры, по-моему. Это можно было узнать или нет. Или не первый, по-моему. Про первый у нас, по-моему, был Икар. Икар, точно. А это другой. По-моему, Парагон как раз связан с этой красотой. Локации. Школы этой. Так, замок нет. Слушаем, точно это не будем. Так, берем броню, конечно же. Ну да, неплохо с ним разобрались. Один вообще не успел даже гранату уйти. Не ожидал, видимо, что он так быстро использует гранату против него. Так, используем, конечно же, карту. Ключ карту, идем. Ну, что-то вот все. Мы попали в кабинет медсестры. На этом, в общем, заканчивается эта серия, думаю. Увидимся, думаю, в следующей серии. Мы прохождение игры Fear 2 Purge Corrigan. А это пока что все. С вами был Михаил. В общем-то, увидимся в следующих сериях. Всем до скорой встречи, всем удачи и... Дорогие зрители моего канала, и всем пока!